Не случайно праздник Преображения Господня иначе называют в народе яблочным спасом. В этот день верующие для освящения в церковь приносят разные фрукты. Сливы, виноград, персики и, конечно, яблоки. Плоды символизируют благодарность Богу за все дары. Светлый праздник связан с событиями земной жизни Иисуса Христа и имеет большое значение для православных. В этот день зачастую обращаются к евангельскому повествованию. Праздник Преображения Господня, о том, как Христос с учениками поднялся на гору и показал им не свою человеческую сторону, а показал свою божественную сторону, вот, преобразился перед ними. Это произошло буквально незадолго до того, как он пошел уже на свои страдания, для того, чтобы укрепить учеников и показать им, кто он на самом деле. Божественная литургия в Преображенском храме объединила людей разных возрастов и профессий. Это духовный праздник, наверное, для всех, и радость, да? Соответственно, мы очищаемся, мы ждем нового урожая, ждали, вернее, нового урожая, да? И до этого был медовый спас. Это вот, не знаю, ну, наверное, радость большая для всех. Конечно, отмечаем этот праздник, стараемся преображать свою душу. А для Светланы Милохиной это особый день. В прошлом году, в праздник Преображения, она осуществила свою давнюю мечту – поднялась на гору Фавор. Конечно, это самый светлый праздник, когда Господь нам показал весь смысл нашей жизни – преобразиться. Вот мы будем идти к этому и стараться это сделать. В завершении литургии совершили причащение, а после богослужения, которое провел благочинный церквей Видновского округа Дмитрий Березин, продолжилось крестным ходом. Слава тебе, Боже! Следом за традиционным освящением плодов нового урожая настоятель Преображенского храма выступил с речью. Будем надеяться, что Господь и дальше наши труды, наши заботы о храме будет благословлять, и наш храм будет дальше благоукрашаться и преображаться. В этот праздничный день была организована развлекательная программа. Дети и взрослые водили хороводы, играли в ручеек, а фольклорный коллектив «Родничок» исполнил несколько веселых народных песен. А также все желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению тканевых кукол и проверить свои знания в интересной викторине. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.